выпуска художников мы пригласили для участия в пленэре, для того, чтобы они рисовали те самые неследовые, как предлагают их называть, объекты застройки. И также мы добавили работы тех объектов, которые рискуют быть утраченными, которые позволяют решать, которые не реставрируют. Эта выставка посвящена прежде всего нашей борьбе против внесения изменений в главный петербургский градозащитный закон номер 820. Он охраняет пока что все дореволюционные здания в центре города. Сейчас чиновники строительной лобби хотят его изменить и снимать поэтапно с охраны исторические здания сотнями и тысячами. Все это снимается с охраны под снос и застройку многоквартирными домами. Мы требуем, чтобы главный принцип закона сохранился, и исторические здания все, абсолютно все, остались под охраной. Я узнала про эту выставку через знакомых художников, которые решили участвовать. И я сама решила тоже прийти и посмотреть как-то на работу других ребят. И сама решила поучаствовать, потому что я архитектор, я тоже считаю, что не бывает неследовых объектов. И естественно, что все эти дома и здания тоже должны иметь как бы защиту и охрану. Очень много работ посвящены именно этим маленьким домикам, которые хотят сносить с охраны, снимать с охраны каретным сараем, ледником, дровяным сараем. Ну, а также здесь много работ, которые посвящены и просто горячим точкам. Том Басевича, Фарфоровский мост, Обуховский путепровод, Охтинский мыс. В прошлый раз были сложности с организацией весной, когда мы по итогам весеннего пленэра проводили выставку. Да, нам дважды ее отменяли, площадки закрывали, бар «Фогель» до сих пор закрыт уже пятый месяц. Мы собираемся, сейчас уже какие-то заговорщики. Слушайте, ну это неправильно. Пусть лучше те, которые наш город хотят разрушить, они как заговорщики собираются. А мы с вами должны занимать хорошие, достойные площадки. Мы ничего противозаконного не делаем. И в этот раз мы специально не анонсировали место, проводили там в режиме конспирации, собирали людей за три квартала, вели их сюда проходными дворами. И в итоге в этот раз нам выставку не сорвали. Нам удалось ее официально открыть, и она состоялась.